В Волжском полным ходом идут работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Сейчас на глазах преображаются пятиэтажки на улице Набережной. Здесь расположено 5 жилых домов, капитальный ремонт на которых, часть домов капитальный ремонт завершен. И остается 2 дома, где вот мы сейчас присутствуем, которые будут, эти работы будут завершены в августе месяце. Здесь конкретно на этих домах работает подрядная организация СК «Артель». Организация достаточно сильная, серьезная, и нареканий ни у жителей, ни у администрации не вызывает ее работа. Работа на очередном объекте кипит. Подрядная организация планирует завершить все работы в срок. По данному контракту здесь входит несколько домов. 75-й дом – один из последних домов в этом контракте. Значит, здесь уже завершающая стадия, осталось только дворовой фасад докрасить, сделать вот последняя пролетка. Крыши готовы. Параллельно с ним делался 63-й дом по этой улице. Там тоже крыши готовы, фасад полностью готов. Дом уже готов к сдаче. По этому дому, ну, немножко нужно еще нам времени, идем пока в планах. К чести подрядчиков, все ранее сданные объекты достойно выдержали испытания воскресным ливнем. Последний вот ливень, конечно, он не показательный, потому что это чрезвычайная ситуация, и то, что произошло вот не так давно, это, конечно, из ряда вон выходящие события, но к чести подрядных организаций, которые работали по городу Волжскому, у нас нет ни одной жалобы, ни одного обращения, и, слава богу, ни одна кровля у нас не протекла. Жители соседних домов с радостью и надеждой наблюдают за позитивными изменениями в их квартале. По ожиданиям старожила дома номер 67 Федора Николаевича Шаповалова, через год и его дом станет как новый. Нравится очень, очень. Хотелось бы, чтобы нам так сделали. У нас так уже вокруг надо сделать эту побелку, да, или покраску, как вы их называете. А когда ваш дом будет? Ну вот на будущий год запланировали, выделили будто 14 миллионов. На ремонт. С 2015 по 2017 год в Волжском отремонтирован 131 дом. На большинстве объектов капитальный ремонт производился комплексно. В текущем году ремонт завершится еще в 56 домах. Если говорить в целом по городу Волжскому, то в городе 1596 жилых домов, которые подлежат капитальному ремонту. Несмотря на то, что город относительно молодой и со времен его основания прошло, будем говорить так, относительно немного времени, все равно уже ряд домов пришли в состояние, когда необходимо выполнить капитальный ремонт. Работы продолжаются. На 2018 год 56 жилых домов, которые подлежат капитальному ремонту. Срок окончания после работ по последнему дому 1 декабря 2018 года.